Всем привет! С вами Юрий Викторович. И это наша рубрика «Гастрономический оргазм». Итак, что я имею сказать за сие блюдо? Я почистил картошечку, соответственно, пошинковал. Немножечко ее обжарил. Приправ добавлять сегодня решил, что не буду. Сейчас картошечка у нас протушится. И главным номером нашего блюда будет... Вот это вот тушеночка, оленинка, нинка-нинка. Мне кажется, что это будет очень даже вкусно. Ну что, оленинка, нинка-нинка добавлена. Сейчас она протушится немножечко. Я ее протестировал на кошке. Кошка сказала, вроде зашибись мясо. Сейчас все будет готово. Ну что, блюдо наше готово. Опробовано. Честно скажу, надежды наши оправдались. Мясо реально вкусное. Я специально именно не добавлял никаких приправ, чтобы оценить вкус мяса. И картошечки. Так что вы как хотите, а я буду сейчас брюшко свое вовсю набивать. Всем пока. Пишите, звоните, шлите деньги крупными купюрами.